Grazik Production. Как-то да, выигрывать в этом турнире тоже надо. Я так понимаю, что со звуком больше проблем нет. Меня слышно. Согласна. Круто. Вышла сложная ситуация. В целом турниры будут неплохо. Будут, не будут. Очень нужно две победы. Устраиваемся. На 12-ю позицию. Отлично. Вроде как. Рейтинг на табло. Добрый вечер. Что ж, ладно, попробуем еще. Ев, слон D7. Мы вернулись к исходной точке, с которой начали. Ем, ха-ха-ха. У меня все пешки по черным полям. Не доберешься больше. Окей, если я пойду так, пока он думает, у них 5, может, не доберешься. О, господи, B6. Далеко от основных событий. Такого зевака дала. Ой, тухляк. Ладья G1. Я не поняла. Что? Сейчас ладья G2. Так, хорошо. Постепенно. Давайте. Сразу поддержи напряжение. Блин. Да ладно. Да. Я побили. Какое-то давление. Так, ну это нам спасибо за коня. Уже неплохо. Почему это ничья? Я хочу H4 все-таки играть. H5, конечно же, играть на мат. Я же девушка. Какое планирование? Как получится? Это не про меня. Сложная ситуация. В целом, турниры будут неплохо. Будут, не будут. Настраиваемся. Не всех я тут знаю. На 12-ю позицию. Ловушку поставим. Я хочу H4 все-таки играть. H5, конечно же, играть на мат. Я же девушка. Какое планирование? Как получится? Это не про меня. Сложная ситуация. В целом, турниры будут неплохо. Будут, не будут. Очень нужно две победы. Настраиваемся. На 12-ю позицию. Отлично. Вроде как. Так, на 5 нужно возвращать. Ролев 1. Все отлично. Вроде как. Представьте, играете вы в классику. Попадается вам читер. Много времени на это потратить. Вам обидно. Вообще сложно. И вы проигрываете. Ну и как, за 400 рублей нормальный микрофон? За 400 рублей. На гитаре нет, не играю. Вообще хотелось бы. Может, в будущем научусь как-нибудь. Быстрее. У кого, кстати, в марте день рождения? Да, у нас еще рыбка. Ну, кроме меня, рыбка. Или овен, видимо. Соответственно, давайте поставим ладью пока. Я перестала понимать, что творится. Ладью нам вроде выгодно сохранить. Как же так? Остался. Пробуем коня на F5 перевести. 5 из 5. Давайте я отойду. Бить на C6. Я фигуру заберу. Я хочу H4 все-таки играть. H5, конечно же, играть на мат. Я же девушка. Какое планирование? Как получится? Это не про меня. Сложная ситуация. В целом, турниры будут неплохо. Будут, не будут. Настраиваемся. Не всех я тут знаю. На 12-ю позицию. Ловушку поставим. Я хочу H4 все-таки играть. H5, конечно же, играть на мат. Я же девушка. Какое планирование? Как получится? Это не про меня. Сложная ситуация. В целом, турниры будут неплохо. Будут, не будут. Очень нужно две победы. Настраиваемся. На 12-ю позицию. Отлично. Вроде как. Так, на 5 нужно возвращать. Король F1. Все отлично. Вроде как. Сохранить этот рейтинг. Так. Я хочу все-таки играть, конечно же, играть на мат. Grazik Production. Grazik Production.